Сейчас я нахожусь в городе Буча. Вот стоит гражданский автомобиль, раздавленный, очевидно, танками. Внутри мертвый человек. И вот мы видим, да, перекресток. Это все автомобили гражданских, расстрелянные, сожженные, раздавленные бронетехникой. Погибли гражданские люди. Здесь видно, что российские военные преступники просто давили и убивали всех, кто попадался им на пути. Вот Таврия. И здесь прям человек. Мертвый человек, которого раздавили прямо в этой машине. Вот он остался за рулем, его еще не достали.